Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами поговорим об уникальной, гибридной, децентрализованной криптобирже со 100% распределением доли. Представляю вашему вниманию платформу Stoxum, платформу, которая стремится использовать преимущества централизованных обменов, но при этом будет децентрализованной. Платформа будет иметь открытый исходный код, что позволит сообществу вносить вклад в развитие платформы. Мастернода будет распределен между исключительными пользователями, чтобы придерживаться децентрализованного подхода. Эксклюзивные права на технические решения и их внедрение остаются за начальными разработчиками. Данный замечательный сервис вобрал в себя все положительные черты централизованных и децентрализованных площадок и объединил их в один продукт. Для разработчиков будет доступен подробный HTTP и WebSocket API для написания торговых механизмов. Для рядовых пользователей настраиваемые боты будут доступны прямо в вашем личном кабинете. Основным достоинством токена, про который мы поговорим чуть позже, является система дивидендов, которая будет составлять 100% от прибыли платформы и всей ее экосистемы, куда входят площадки, созданные с помощью white label решения. Вот основные преимущества платформы. Во-первых, гибридная система, собравшая лучшее от централизованных и децентрализованных бирж, как я уже сказал. Во-вторых, полная прозрачность с отчетами по всем операциям. В-третьих, топ-5 криптовалют на стартапе для торгов. В-четвертых, инновационная система голосования за добавление новых монет. В-пятых, добавление до 2 монет ежемесячно. В-шестых, 100% доход на дивиденды всем держателям токенов. В-седьмое, партнерская программа с наивысшими отчислениями. В-восьмое, решение White Label для запуска своей платформы. В-девятое, API, HTTP и WebSocket для торговых механизмов. И-десятое, торговые боты, встроенные в платформу с работой по разным алгоритмам. Кстати, про ботов, давайте подробнее рассмотрим их. Торговые боты – это значит готовые механизмы торговых ботов для запуска на платформе. Их возможности такие. Во-первых, гибкая настройка параметров работы бота. Во-вторых, выбор алгоритма торгов на выбор. В-третьих, возможность ограничения убытков. Система называется Stop Loss and Take Profit логика. В-четвертых, запуск в один клик без знания алгоритмов. Как вы можете видеть, они обладают массой полезных и необходимых функций. Разработчики здорово потрудились, чтобы предоставить нам такие удобные инструменты для работы и использования платформы. По токенам ACO значит название токена STM, цена за один токен 0,2 биткоина. Планируется выпустить 200 миллионов токенов. Цель сборов, то есть SoftCap, 2 миллиона долларов. Хардкап 30 миллионов долларов. Всего выпущено токенов, как я сказал, 200 миллионов. Также будет действовать и система бонусов. Вот она. В заключение хочу сказать, что платформа производит очень впечатляющий эффект, но также имеет уже работающие наборы инструментов и ботов и готовится к запуску бета-версии проекта, который, кстати, запланирован на 20 августа 2018 года. Еще отдельного упоминания заслуживает команда проекта, которая использует новый инновационный подход, а также свежие решения в области децентрализованных обменников. И я считаю, у них получится в полной мере реализовать этот замечательный проект. Благодарю за внимание и до новых встреч, друзья!